Короче, ребят, угорать будете, тачка не завелась моя. Опа! Отцовскую Ниву, на ней правда страховка только на него оформлена, я без, вот. В случае чего, если попадусь гайцам, будет очень плохо. Короче, едем до Некита, одной девочке надо подарок сделать хороший. У нас сейчас минус 24 вроде бы, ну минус 30 у нас, потому что тень у нас как бы, вот тут еще вроде более-менее солнце светит, а я как и говорил, у нас вообще жопа. О, без печки-то вообще это шикарно ехать. Ну как, не в плане того, что температура, а в плане того, что шума. Так, вот мы подъехали к дому Никиты Троянов. Так вот. Так. Ну, вы, короче, видели, да, какой у нас жестокий мороз. То есть не зря же просто так дворники еле двигаются. Вот сейчас давайте надо ему набрать, позвонить по Бырику. Вот, а это ладно, я еще успел, короче, это. Мне отец куда-то уезжать тоже хотел. Кого-то там родню поздравлять. Ну, вот, а я вот буквально спустился перед ним еще. Вот, заводить тачку. А первый подхват был, то есть, ну, он еще и крутил, то есть, и видно, что в двигатель поступало топливо. А, но я получилось так, что я чисто проебал этот момент. То есть у меня первый приход был, надо было именно давить до талого, то есть именно газовать. Вот, а я тупанул, и получилось так, что я вот стартером немножечко поработал, отпустил, и потом уже начал второй раз как бы пытаться заводить, все, у меня уже даже приборная панель начала тухнуть, вот, и поэтому без вариантов. То есть, если вот самый первый приход будет, именно его и надо ловить, то есть давить во все, а потом вы уже не заведете. Все деревья, все выни, то есть просто настоящая русская зима. И да, похер, что мы живем, ну, далеко не в Сибири, то есть это у нас как Урал вроде считается. Вот, и у нас даже может быть потеплее, к примеру, чем в Перми. Но все равно, как бы, морозы нас не обходят. Хрустящий снег, как многие любят. Вот, тут вся эта выни. Блядь. А, вот все, лайфхак нашел. Так. И чё? Вот так вот, да, гостеприимство. Вот так он дружище встречает. Сейчас я его ударю. Вот так вот мы его ударим. Ты братишку-то пусти погреться. Ты куда идешь? Блядь, ну ты долгий. Уф. Да. Он так долго идет к двери. Я вот никогда не поверю. По-любому там порядок на воде. Или стены это отмывал от кончи. Вот он издевается, а? Есть у него тут где-нибудь градусник, чтобы показать вам всю серьезность моих намерений? Какая температура-то тут? Да быстрее! Да не снимай ты дом! Заебал, нахуй, убери камеру. Да у тебя все равно не встает. Блядь, кто, кому еще надо? Вот Сашка. Алло. Качалку на контру променял. А чё, сейчас все равно с тобой ехать? Да. Не поеду. Бабушка пришла. Блин, Саня, иди открой дверь. Как? Там на защёлку я закрыл. Профессионал. Сам себя слепишь.
Выходишь вот так, и здесь какой-нибудь идиот вот сейчас живет. Вон там он, допустим. Да? Вон там он. Нет, ладно, вон там. Вон. Вон, видишь его? Вот так вот делаешь, да? И вот смотри. И он вон там. И здесь, вот здесь вот какая-нибудь эта вот крыса. Ты что, побился, что ли? Да. Да я вообще, мне станок не бреет. Вот что это такое? О, видал? Лол! Никит, ты сильно ругаться будешь? Че, не нажимай, блин. Не сильно? Сильно. Камеру отберу. Уф. И на Ниве уеду. А ты на пердаке за мной полетишь. Ой, Никита Лали. Да уйди ты, блин, идиот. Встал за стол-то, пиздец. Да ёбаный баран, блядь. Встал-то, толстый пиздец. Кто помнит этот прикольчик, короче, ставьте лукасы. Да, я иду, вы стоите как идиоты, блин. Блин. Он курицу зарежь. Да убей. Ну чё она ходит? У неё свитер круче, чем у тебя. Да пусть ходит. Какой ты толерантный, а, человек? Да курицу убей. Да зачем она нужна мне, блин? Да это счастливая курица. Ой, видите, что там творится. Вон курица. Котятка! Ну кусай меня, кусай, кусай! Хватит. Все, хорош, пошли. Да, нифига он не стесняется. Вот так вот камеру опустил. Еще бы ее за пазуху спрятал. Ну, слушай, может, она винишко пьет? Нет, она ничего не пьет. Сашка, я пью винишко. Не, ну у нас по-любому останется. Естественно, Колян еще пришлет потом. Колян, братан, нет. Напротив айсберга есть цветочный магазин. Но туда заехать, там может и игрушки какие-нибудь. Там еще около Ремели есть. Вот я там видел косарь 25 роз. А, ну вот все, временно сейчас поеду. Может, она розы не любит. Сань, купи, братишки. Купи. Слышь, Колян, пришли мне немножко, вот видишь здесь? Да. Я тебе отдам, отвечаю. Как на работу устроиться, отдам. Да, да. Нам не останется, Сань. Да что ты вот всегда? Да я пошутил же, блин. Да я понял. Да, правильно. Это Колян потом с ума сойдет, там опять пришли. Скажет, мало роз. Почему так мало роз? Ну, короче, как-то так. Смотри, сфоткай типа романтик. Да, да, да. Нет, сейчас надо еще сфоткать. Она знает, кто я плюс, она не любит твой. Сашка? Прям ходит тесняшка. Прям. Да. Такой он почему-то диски снял. Рассказывай. И бампер. Да, да. И негров еще снял. А вот смотри, табачная лавка. Ну, не хочу курить. Не, ей. Ужас, по брутальному доедем. Понтов нету, одна брутальная. Слышь, блядь, сюда иди. Ёб твою мать, блядь, сука. Иди нахуй отсюда, блядь. Стал, блядь. Ёб твою мать, блядь. Сейчас бампер до конца разобью. Ну нахуй! Блядь, видал мне Куркин, блядь? Ну блядь! Ух ты, блядь! О, Дед Мороз! О, здорово, братишка! Понял, где
брат, мне тебя записывал. Еще не смертный, брат, я тебя записывал. Мать не завелась, блядь! Где? Не заводится! Ладно, едем дальше. Он, блядь, ранен! О, дерби! Зассал! Не стэк! Да. Смотри. О, сейчас толкнул, блядь! Ёб твою мать! А чё, колесо заблокировано или это? Да, машин поход. Тогда поможем. На этом заканчивается наша предновогодняя туса. Мы подарили цветочки. Хасл остался еще. Чё, бухаем? Да. 200 даже осталось. Колян, еще надо! Не хватило. Вот, короче, сколько мы роз взяли? 25? Взяли 25 роз, потом килограмм навоз. Потом, что мы еще взяли? А, конфеты взяли. Альпенгольд и Нестле. Вот, ну, думаю... Короче, небольшие такие, нормальные, романтичные. Ну, думаю, оценят. Вот, и Колян, думаю, оценит. А у Лильки лицо, когда мы ее вручили, о, блядь, квадрат. Я пешком пойду, я, понимаешь, я херачу не буду. Да, блядь, ты замерзнешь же. И пиздец, я тебя тащить домой не буду. Сашка, скажу, прямо прости! Будешь куда-то делать. Шучу я. Давай, брат, все, давай. Итак, раз-раз, ребята, проверка микрофона. Подключил я свой конденсаторный микрофон. Получается, уже к самой камере непосредственно запитал это все вот таким вот образом. То есть от USB. Каха? Камера, что? Да! Не снимай меня! Не надо, блядь! Каха, ты дрочишь? Я жду! Каха, ты дрочишь? Да! Доктор Барак! Мы еще не... Пустили колесо, я не знаю, оно у нас как-то разгерметизировалось. То есть я кругов 20-30 в одну сторону поворачивал. И, скорее всего, у нас получилось так, что спустило, короче, колесо. Не знаю, может быть прокол. Сейчас вроде накачали, не слышно, как шипит. Но, не знаю. Сань, хорош, давай, вытаскивай. Кого? Бля, пипец, я испугался так, сейчас думал, не доедем. Нормально! Орёшь, ебать! Если бы колесо сломал, тебе бы папка намотал на него бы, блядь. Уф! Вот что ты меня папкой постоянно пугаешь, блядь? Папка, потому что дело говорит! Мне, понимаешь, мне уже 20 лет, а ты меня еще все папкой пугаешь. Думаю, такой номер уже не прокатит, как бы. Бля, холодно вообще. У нас сейчас 4 утра примерно, да? Ну, сейчас точно скажу. Давай. Точно. 4. 4.17. Ну, я Ванга, короче. Вот, фоткаемся под фонарем. У нас села зеркалка. Анур, привет. Пиздец. Страх.ком, слышь. Все, это зомби-апокалипсис. Да. Атака зомби. Блядь. Вообще не приучен, да? Да, вообще пиздец. Давай только не газуй больше, да. Чего? А то, блядь, без колеса точно, блядь, поедем. Мы сегодня, короче, два колеса, ну почти въебали. То есть, первое, когда мы катались на Ниве, я решил, короче, выебнуться, зашел в поворот, блядь, и фонарь включился. И, короче, получилось так, что, ну, я решил выебнуться, дернуть ручник. А у нас, так как морозы,
обочина, она хоть и снежная, но она очень-очень сильно застыла. Вот. И, блядь, получилось так, что я, короче, задним колесом херанул вот эту вот обочину. Мы потом уже, когда доехали до Никита, остановились, посмотрели. Короче, колпак чуть-чуть треснул, там от него чуть-чуть такой небольшой кусочек отломился. Ну, вообще незаметно, то есть... Все, я без пиздюлей опять остался, накосячил и без пиздюлей. А я чисто дурачился, короче, крутился на одном месте. Ни с дрифтом, ничего. Включил первую скорость, вывернул руль на максималку, максимально вправо. Вот. И вот чисто километров 5 в час ехал. Ну, то есть вот так вот. Тупо крутился на одном месте. Вот. И получилось так, что у нас со временем, я не знаю, может, колесо разбортировалось или еще что-то. Но со временем у нас начало тянуть вправо. Я сначала думал, что я какие-то там тяги, что-то там, ну, вдруг, может быть, потому что я реально, я кругов 30 вот так вот тупо крутился. Вот, но потом мы вышли, посмотрели, у нас спущенное, блядь, колесо. Но не шипит, не шипит. Достали качок, это видео будет, короче, где Никит его накачивает. Вот, сейчас все нормально, мы пофоткались, вот, руль никуда не тянет, все. То есть, как бы, едем прямо по своей дороге. Типа, если тянет вправо, надо, значит, вырулить влево и крутиться еще раз так 30 кругов. Мам, то есть вот такой вот у нас, ребята, Новый год. Ну, не веселый, да, мы там не бухали, не тусовались с чиксами, хотя чиксы были. Вот. Как бы, для меня это, не сказать, что символичный праздник, то есть я к нему даже не готовился, я там ни елку, ничего не наряжал, а о новогоднем настроении вообще можно просто как бы забыть. Че, Никит, можешь пожелать на Новый год? Да всем удачи, чтобы не пили, не курили. Счастья, здоровья. Спортзал. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья, да? Как ну, на свадьбе. Как всегда, да. Короче, ребята, я вам ничего такого желать не буду, потому что вы уже, наверное, это миллион раз слышали. В наше время важны бабки, то есть деньги. Да хуя вам денег. Называйте меня кем хотите, я вырос, все, мне только это надо сейчас. Бабки, тёлки. А как же мамки? Мамки? Мамка всегда есть. Это точно. Ну все, давайте.